Вот там детонирует. Кого? Мне... Блять, меня на завод, нахуй. На коксахим? Да. А, ну давай на коксахим. Как мы сейчас вот эту хуйню проедем? Вот. Что там? Патроны, снаряды. Пацаны бесстрашные, вот, поехали. Ой, блядь, них, ох ты, блядь. Он решил развернуться. Они, блядь, еще они идиоты нам. Знаете, какие бесстрашные, а? Охуеть, куда залетело вон на? Блядь, тут стоит опасно. Капец ему повезло! Я говорю, капец ему повезло! Блять, тут сейчас может прилететь этот ебаный нахуй. Выход был. А ты там-то? Квартирину мне прохуярил, ебаный козел, блядь. А ты на чем сам ездил? На мотоцикле. А где мотоцикл? Там в окопе стоит, хули, на эту хули. Я же вон эту хуйню снял, чем пробился купить нахуй. Как он, сука, умудрился вот прямо вот сюда, вот здесь ёбочку. Вот прямо, сука, вот сюда прямо долетел, нахуй. Пробил вот эту стрижку, нахуй. Хули, масло вообще, нахуй, вытекло, блядь. Вот я снял ее, нахуй, вот поехал. Дроны въебали, сука, пидоры ебаные.
А? Да, там с завода увезут потом. Ладно, с Богом. С Богом, да. Кончай. Техника горит на дороге, дорогу обстреливают. Кто-то там есть из наших. Опять туда же придет. Ноги трясутся. Ну, увеличение хорошо заметно. Ну, а мы тут под кустом, как зайцы сидим, ждем. Сейчас поедем дальше.